Вот сейчас пройдемся по самой обыкновенной жилой улице Пярну. Абсолютно никакая она тут не туристическая тропа. Чем прекрасен, чем меня просто покорил еще этот город. То, что куда бы ты ни свернул, ты не попадаешь в депрессивный район какой-то там мрачный и неухоженный. Ну, потому что бывает такое, что в курортной зоне, где ходят туристы, для них там все вычищают, вылизывают. Вот. А в стороне там уже, как говорят, конь не валялся, да, на России. Вот. А здесь нет. Здесь куда бы ты ни пошел, в какую бы улочку ты ни свернул, везде так же хорошо, красиво, чисто, комфортно, уютно. Мне очень нравится, как они реставрируют старые дома. Вот исторические даже, или не исторические, но очень видно, что старые. И как-то не нарушая его. Ой, сколько яблок! Вот это да! Уже такие краснеют. Здесь поменьше. Заборчики идеальные. Травка выкошена. Яблони, урожай большой. Какой сад. Красивый. Даже вот старенький домик, но он жилой. Тут вот отреставрированный. Немного напоминает что-то старый Порво, вот. Но здесь очень много вот такого фонда, и это очень душевно. Такие улочки спокойные, садики, сарайчики, крылечки. Ну, посмотрите, совсем не туристическая картинка. Люди живут, это их жизнь, повседневная жизнь. Вот. Можно погуглить улица Тулби, Пярну. Вот куда бы мы ни шли, мы и увидим вот этот порядок. Отреставрированные старые дома. Уютные, чистые улица. Сады, конечно, цветники. Счастливый человек. Он родился в Эстонии, прожил, трудился в Эстонии, строил. Вот улица Тулби 6, дом 6, Тулби 7. Вот прожил этот человек, протрудился на благо своей родины. Прошел настоящий патриот, между прочим. Мы сейчас, да, Саша? Ох, яблок. Современные постройки тоже выглядят так опрятно, приятно. Даже вот какие-то постройки, которые по архитектуре, да, напоминают, ну, в России какие-то, да, такие дома. В России они смотрятся очень депрессивно, а в Эстонии, ну и в Пярну в частности, очень так позитивненько смотрятся. Потому что отреставрировано хорошо. Просто хотелось показать обычные улицы, совершенно не туристические тропы, то есть тут не на показ, ни для чего. Тут просто люди живут для себя, наслаждаются жизнью. Вот такие дома все-все аккуратные. Тут новый дом, это уже видно, что это новый дом. Так, нам было налево, да? Сейчас, подожди, сейчас проверю.